Да, твой отец. Шагай, мы уходим. Пусти меня, отец. Я никуда не пойду. Пойдешь, Ягас. Теперь ты будешь меня слушаться. Хватит уже. Я сказал, что мы уходим. Пусти меня, отец. Как ты узнал, что я здесь? Мама, да? Не имеет значения, как я узнал. Не затягивай, Ягас. Я сказал, что мы отправляемся. Я никуда не пойду. Ты уходишь один. И больше никогда сюда не приходи. Это плохо кончится. Плохо кончится. Из-за девки ты восстанешь против отца, что ли? Разве это стоит того? Стоит того. Знаешь, что говоришь, отец? Посмотри на себя. Какой пахучий дом у вас. Ты сын Адана Чартыла. Ты считаешь, что это подобает тебя? Опозорить нас хочешь, что ли? Твою маму, нас всех, нашу семью ты хочешь опозорить, что ли? А что такое? Что, тебе не понравилось? Я оставался здесь на те деньги, которые сам заработал. Это честно заработанные деньги. Я оставался здесь и живу. Ой, да хватит, Ягаза. Ты что, живешь спокойно, пока рядом с тобой эта девушка? Она замужняя. Надо мне сказки рассказывать. Не можешь ты жить, как нормальный человек. Отец, хватит. Ты не можешь приходить ко мне домой оскорблять мою любимую женщину. Я не оскорбляю. Я говорю правду, сынок. Ты взял и привез сюда замужнюю женщину. Нельзя. Ты тоже понимаешь, что так не пойдет. Не подобает. Пока не поздно, вернись обратно. Пожалеешь потом. Поцелуй мою руку, вернемся домой. Брось эту девушку. Отец, хватит. Уйди отсюда, иначе я буду вынужден тебя выгнать. Значит, выгонишь меня, да? Я твой отец, отец. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Твоя мама дома страдает. Люди за спинами говорят. Репутация опустилась ниже плинтуса. Вернись, наконец, домой, Ягас. Я принял решение. Я не откажусь. Это место наш дом. И мы будем жить здесь. Значит, не вернешься, да? Из-за этой девушки ты повернулся спиной к своей семье? Тебя не волнует, в каком состоянии твои родители, ведь так? Это вас не волнует мои чувства. Вы не хотите, чтобы я был счастлив? Ты не можешь держаться подальше от нее? Не могу. Ты из-за нее забыл нас, вычеркнул жизни. Ты вычеркнул меня, отец. Я тебя не вычеркивал. Она для тебя настолько важна? Важнее всего. Ради нее готов умереть. И убить тоже. Ну ладно тогда. Раз уж ты так говоришь, тогда я тоже начну ее уважать. Возьмем ее тоже. Вернемся все вместе. Поцелуйте руки своих отцов. Вернитесь к семьям, детям. Отец, не надо со мной в игры играть. Наши двери для всех открыты. Все, кто уважает нас, могут прийти сюда, могут сесть за наш стол, и мы примем этих людей. Но при этом не надо играть в игры. Нет никаких игр, сынок. Ты мой сын. Пока тебя не было, я и твоя мама очень сильно расстроились. Я понял, что будет, если я потеряю тебя, сынок. Принимаю. Все будет так, как ты хочешь. Главное, чтобы ты вернулся домой. И Эйлюль пусть вернется. Пускай будет невестка. Вернитесь, наконец. И ты, и те, кого ты любишь, пускай придут ко мне, двери открыты. Вернись, наконец, домой, сынок. Твоя мама в ужасном состоянии. Мне тоже нехорошо. Вернись, чтобы твоя мама наконец перестала плакать. Вернись, чтобы мои раны тоже исцелились. Хорошо, не надо сразу принимать решение. Ты продумай хорошенько. Я подожду. Не буду я ни о чем думать. Мы здесь остаемся. Ягас. Я не соглашусь, если вы будете так жить. Я принял такое решение. Ладно.
Возьми это, сынок. Не вздумай. Нам не нужны чужие деньги. Давай я провожу тебя. Ягас, ты ведь не откажешься принести своему сыну воды? Доченька, ты хотя бы помоги мне. Вернитесь домой. Мои двери открыты для вас. Убеди этого сумасшедшего. Уж ты это сможешь. Я попробую поговорить с ним, пока будешь убеждать его. Вспомни то, что произошло вчера тоже. И расскажи ему про своего мужа и то, что он способен сделать. Все это расскажи, я говорю, ладно? Какие-то детали я знаю. Но пока что все это останется между нами. Никому я не буду об этом говорить. Твоей маме. Папе. Я грызу. Спасибо, сынок. Давай, отец. Всего доброго, дети. Будьте здоровы. После всего, что мы пережили. Как он может думать, что мы вернемся обратно? Даже если я умру, я не притронусь ни к единому крушу. Все это ужасное, что было сказано в наш адрес. Все те ужасы, которые он сделал тебе. Для меня все кончено. Никто не сможет такое говорить о моей любимой женщине. А если попробует? Если хоть что-то скажет тебе. Что когда эти люди не смогут жить со мной под одной крышей? Ну ладно. Не нужно расстраиваться. Пусти меня, не прикасайся. Прикасайся, говорю. Пусти меня. Моя любимая. Хватит. Ягас. Я больше так не могу. Давай наконец кончится эта глупость. Я не хочу здесь оставаться. Я больше так не смогу. Давай это закончится, Ягас. Давай закончится. Эй, Люли.